каморке, что за актовым залом, репетировал школьный ансамбль вокально-инструментальный под названием «Молодость». Ударник, ритм, соло и бас, и, конечно, ионика. Руководитель был учителем пения, он умел играть на баяне. Еще была солистка Леночка, та, что училась на год младше. У нее была склонность к завышению, она была влюблена в ударника. Ударнику нравилась Оля, та, что играла на ионике, а Оле снился соло-гитарист. Иногда учитель пения. Ау! Учитель пения хоть был женат, имел роман с географичкой.
Об этом знала вся школа, не исключая младших классов. Он даже хотел развестись, но что-то его держало. Может быть, трое детей, а может быть, директор школы. Ведь тот любил учителя пения, на переменах они целовались. Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость. Спасибо.